И это интересно тем, что вот, скажем, в одном из писем написано, что родители запрещали читать фантастику, считая ее несерьезной. И я сразу подумал, ведь если бы мне родители запретили читать фантастику, я бы не стал космонавтом. Что позвало в космос меня, моих товарищей-космонавтов? Сначала фантастика, потом уже техническая литература и, наконец, наша специальная литература –